Всем привет! С вами интернет-магазин садового инструмента из Европы премиум-класса kado.ru. Покупайте лучшее, про остальное забудьте. Все, кто смотрит наш канал, знают, изучают наши видео. В одном из видео мы показывали вот про такую замечательную лопату. Называлась она Kraftspaten. А в этом видео мы расскажем про лопату вечную фирмы Снебур. Почему она вечная? Потому что она сделана полностью из нержавеющей стали. Это лопата, с которой никогда ничего не случится. Она не заржавеет, она не сломается. Ручка, черенок, да, он не пересохнет и никогда не сломается, потому что он выполнен из трубы нержавеющей стали. Фирма Снебур делает эксклюзивные садовые инструменты в Нидерландах с 1913 года, то есть этой фирме уже больше 100 лет. И на эти предметы распространяется гарантия 100 лет, то есть гарантия пожизненная. Эта лопата имеет длину 113 сантиметров, толщина полотна 3 миллиметра, то есть вы эту лопату просто не сможете согнуть. Назначение этой лопаты – это лопата садовая. Она имеет специальную форму именно садовой лопаты. То есть она достаточно узкая и достаточно длинная для того, чтобы осуществлять посадки растений, там, деревьев, кустарников. То есть для того, чтобы делать такие лунки удобные и компактные. Сам черенок, да, металлический, имеет Т-образную ручку. Толщина черенка где-то около 3 сантиметров. Здесь так называемая тулейка, она полностью сварена, заварена и потом уже отшлифована. И стоит клеймо фирмы Снебур. То есть здесь получается, что труба, она вот вставлена, грубо говоря, в тулейку, в лопату и заварена. То есть вот это соединение вот в этом месте, потому что нагрузка, самая большая нагрузка лопаты именно вот в этом месте, там, где идет тулейка. Соединение лопасти и черенка. То есть эта лопата никогда не сломается, и она будет жить вечно. Ой, да, у этой лопаты высокая цена, но вы платите всего лишь один раз, и эту лопату, и вы вообще забываете про покупку каких-либо других лопат. То есть остальные фирмы для вас просто не существуют. Покупайте эту лопату в интернет-магазине kado.ru, покупайте лучше, а про остальное забудьте.